Картина, после которой Пьер Огюст Ренуар стал очень популярным художником, и на него посыпались заказы. Портрет мадам Шарпантье с детьми. На ней изображена женщина, ее двое детей и большая собака. Вообще картина наполнена такой детской непосредственностью. Несмотря на то, что даже фигура женщины посажена довольно салонно, Огюст Ренуар у нас импрессионист, он рисует уже впечатление. Несмотря на это, его вот манера изображения картин нивелирует вот как раз эту салонную позу женщины. Поэтому получается такой прекрасный, живой, играющий такой портрет, на который приятно смотреть и рассматривать его. А больше приятно смотреть на то, как он прописывает все детали этой картины.